Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек. Твой папа – это не твой отец. Такая, в смысле? Ты что это? Ну, типа, я не верю. Потом я еще отправлю. Ну, знаешь что? Она сказала то, что папа – это не мой отец. Объятия бьют по мне утренним дымом, кашем болезнен кай покрывало. На кухне вода закипевшая остыла, мы чай заварили со вкусом металла. Всегда таблетки тревожной ночи, реальность не сны, казалось подластно. Вздыхает сирена, спать не ложится, еще наблюдает немое кино. Влюбленность весной подъем провалится, что и так меня тянет на дно. Мы кружим наш танец, должно быть счастливой, но пальцы как будто залезли в сугроб. Так, ребятки, очень красивый трек, да? Очень красивый голос, ребят, такой красивый тембр. Красиво, знаете, его слушать хочется. Это, знаете, большой бонус, да, к исполнителю, когда красивый тембр голоса, ребят, да? Музыка красивая, очень такая, знаете, как сказать, такая немножко тревожная, да? И вот, знаете, она вот именно... Волнующая. Диалог, да, волнующая. И вот диалог вначале был, да? И это вот тоже вот интересно, да, задумка? Эти вот эти лайфхаки, фишки вот эти, они красоту дают треку, да, ребят? Слушаем дальше. Да ты сжимаешь глаз со всей силы и веришь, что так согреваешь озноб. Когда твои губы касаются нежных царапин моих, чтобы боль заглушить, поцелуй все шире, ссадины реже, и даже хирург не сумеет зашить. И я застываю от тебя, да, не верю. Да, такая, да. Чего чаще твоя истерика бывает, честно? Потом мы с младшей сестрой стали враждовать, она меня ненавидит. То, что, ну, у нас разные отцы. Я не видела свою бабушку 9 или 10 лет. Так, ребятки, вот о чем трек, ребятки? Это трек история, история. Рассказывает историю как семьи, да? Двух сестренок, отца, бабушка, семьи, да, ребятки? Очень интересно. Задумка очень интересная, ребятки. Мне понравилось. У исполнителя очень красивый голос. Красивый тембр такой. Бархатный, ребятки, да? И он трек читал, да, ребят? Красиво читал. Как будто как поэма, да? И музыка такая красивая играла, да, ребятки? Все продумано до мелочей. Умница. Мне очень понравилась его идея. Идея музыканта, исполнителя. Молодец. Все классно получилось. Все твои лайфхаки, все задумки, все продумано. Умница. Еще раз повторюсь, голос шикарный, шикарный. Это большой бонус тебе. Красивый голос, мелодия красивая. Все мне понравилось. Диалоги понравились, сестренок. Умница. С удовольствием послушаю. А мне кажется, она там с мамой разговаривала, нет? Ну, мне показалось. Или с подругой, да? Мне показалось, или с сестренкой, или с подругой разговаривала. Угу. Да, ну просто это история семьи, да, и он нам ее рассказал. Молодец, очень красиво получилось, шикарно. Пожалуйста, на Синпа не останавливайся. Старайся еще больше нас радовать. И знаешь, ты шикарный, ты музыкант, ты поэт. Молодец, мне понравилось. Пока, друзья.